От молодого человека, устроившего в воскресенье днем стрельбу в Воскресенском кафедральном соборе Южно-Сахалинска, ранее поступали угрозы в адрес православных. Убийца был убежден, что все беды у нас от христиан. Этот факт он этого не скрывал. Около года назад я общался с Комаровым в одной из соцсетей. Он уже тогда делал подобные высказывания, мол, мы с вами поквитаемся. Его страница теперь удалена, но есть люди, которые могут подтвердить мои слова. Рассказал настоятель храма святителя Иннокентия в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач, слова которого приводит сайт «Православный взгляд». По словам священника, он пытался успокоить и переубедить его, предлагал встретиться, но он отказался. Этот человек не скрывал, что является неоязычником. У него на теле татуировки, кресты, свастики. Он увлекался различными неоязыческими учениями, был последователем известного оккультиста и лжеученого, основателя движения «Золотой век» Николая Левашова, заявил он. Подозреваемый в стрельбе в храме в последнее время интересовался литературой по одному из неоязыческих религиозных учений – родноверию. Среди сторонников этого учения широко распространены крайне радикальные экстремистские взгляды по отношению к верующим иных религий, в первую очередь к иудеям, православным и мусульманам.